Забавно. Многие считают, что если ты делаешь видосики для Ютуба, то ты самый счастливый человек, который, подобно дракону, спит у себя дома на огромной куче золота. Но на самом деле жизнь человека, что зарабатывает в интернете на творчестве, не более чем борьба с самим собой. Борьба сердца с кошельком. Вот серьезно? Опять? Ты затрахал уже пить свой утренний вот этот кофе. Ты берешь упаковку кофе, высыпаешь в стакан неимоверное количество кофеина, закидываешь это двумя ложками сахара и потом деактивируешь всю эту шелупонь молоком. В чем смысл? Так вкуснее. И вообще там ничего не деактивируется. И кто ты вообще такой, чтобы меня критиковать? Я 0,1% выживших. Что? 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 Я твой внутренний голос, что пришел тебе помочь выкрутиться из той непростой ситуации, в которую ты попал. То есть я мало того, что скатился, так еще и поехал кукухой. Называй своими именами, не поехал кукушкой, а Чел, не мутюгайся, а то у нас монетку отнимут. Ты душная пуся, а я... доброжелательный продюсер, что пришел тебе помочь и сделать из тебя преуспевающего, перспективного контент-мейкера. А ты-то тут при чем? Я и сам прекрасно справляюсь. Позяюсь, не зейте, не стяем, я, видите, не мои дикие... Отлично справляешься. Угу. Дурья кочерышка. Ты. А ты? Это я. Я живу внутри тебя. Ты глист? Нет. Бычий цепень? Нет. Я внутренняя твоя часть, что любит ничего не делать, вкусно кушать и рубить ловешку просто так. И до этих прекрасных осенних деньков все было просто замечательно. Но что пошло не так? Все в порядке. Это были небольшие осенние слабости. Сейчас я... Мяу! Сейчас все в порядке. А это были обычные осенние слабости.
Сейчас я войду в русло, снова буду клепать ролики по старым играм, только по совсем старым, которые мои вот вообще зрители вообще не видели и не знали. Звучит неплохо. Реально неплохо. Так же неплохо, как игра Blood of Steel. Буквально недавно с солдатиком и абсолютно без брызг в Steam прыгнула игра Blood of Steel, сокращенно BOSS. Или же переводя на наш могучий, кровь стали. На страничке самой игры написано, что босс это моба с возможностью вкусить бытие лютейшим полководцем. Я же считаю, что правильнее будет описать эту игру как шедевр, где ты можешь надавать врагу тактически верных подсрачников. Приятный средневековый ляск ласкает душу и у эти чудные эпические битвы. Множество разнообразных героев тебе доступны, и когда я говорю, что они разнообразные, я не вру. Я Россия, которая вас покорит. Умеете, могете просто. Мальчишки и девчонки, а также это самое. Выбирай, кем будешь ломать лица противников своих. Самое прекрасное в этой игре то, что я могу почувствовать себя настоящим полководцем. И что тут нет абсолютно никакого пей-ту-вина. Максимум, на что ты можешь потратиться, это красивые скинчики и прочая приятная атрибутика. Даже Бэбс со мной полностью согласен. Blood of Steel — это поггерс. Blood of Steel. Переходи по ссылке в описании под роликом на страничку Steam и качай эту прекрасную игру уже прямо сейчас. А если ты не перешел, то знай, это... Я тебя ненавижу. А я ненавижу тебя, ведь ты так и не посвятил меня в... Про что же ты сейчас делаешь ролик? Про какую дивную игру? О, а это вот вообще легко. Сейчас я, короче, делаю ролик по одному, по тому самому фури-квесту от создателей «У меня нет эротика, чтобы орать». Там, короче, суть в том, что мы играем за лиса, который что-то типа украл, но на самом деле он не украл, и поэтому его отправляют искать то, что он на самом деле не украл, но все думают то, что он украл. Ему в напарники дают оленя и кабана. И, короче, если он не найдет, то ему сломают... писю. И, короче, вообще самый прикол сути в том, что изначально этот квест, он типа был про маты, сиськи, письки, вообще с поребом, короче, реально вот в фури садомия. Но издатели такие говорят, если про зверушек, значит для детей. Переделывайте. И разрабы, скрипя зубами, переделали, но, насколько я понял, они переделали не все. И вообще самый смак в том, что там типа есть... То, что точнее в «У меня нет рта, чтобы кричать», есть отсылки на этот фури-квест и, по ходу, некоторые параллели. Так что вот думаю, вот такой ролик будет зрителям очень даже интересен. Слушай, это реально звучит офигенно. Поэтому откладывай этот ролик и сделаешь потом. Сейчас сделаешь по какой-нибудь трошанине, потому что никто, как бы не был замечателен этот ролик, и как бы не был иронично то, что он про фури, его сейчас никто смотреть не будет. Нужно сначала вернуть актив на канал. Но... Никаких «но». Сейчас будешь делать ролик по Харвестеру, по игре Харвестер. Там все, что любят школьники. Сиськи, письки, кровь. Детей можно убивать. Но сделаешь одним крупным роликом. Никаких кратко про, никакое рубление на несколько частей. Всем зайдет, соберет просмотров. Много-много-много-много. И, короче, сделаешь такую обложку с подписью «Урожайск». Вот такой радугой. «Урожайск». А под Урожайском будет коллаж из особо харизматичных персонажей. В такой ретро-тематике, в ретро-стиле. Вот такой ролик соберет много просмотров и вернет актив на канал. А чё прям много-много? Ну, не факт, что лям, но если хотя бы за месяц наберет пол лямчика, это будет там... Подожди, то есть ты... Сейчас мне предлагаешь делать ролики не по интересным сюжетным играм, а по всякому трешаку несерьезному. А что не так? Что не так? Людям это нравится, и это все такая же древняя, неиграбельная срань. Все как ты любишь. Тебе сейчас самое главное отвязаться от этого навязчивого образа. Ролики кратко про прохождение в нескольких частях. Это заезжено. Стереотип, привязанный к каналу, прилипший. Это плохо. Никакого простора для разнообразия творчества и для новых идей. И это вот оно тебя засосало как жижа. Как у многих ютуберов такая проблема есть. Они делают ролики по каким-нибудь, допустим, всратым хоррорам на Unity. И все, из этого выбраться никак не могут. Стоит сделать какой-то адекватный, более другой, но прикольный ролик. Все, никаких просмотров, кошмар, все, ужас.
Я хочу снимать серьезные научные игровые ролики с игровой историей, чтобы люди знали, про что же там, как же все это начиналось, какие были важные моменты исторические, какие студии важные, какие личности там фигурировали, чтобы люди были образованы в этом плане. Ведь игры это не так просто, это действительно искусство. Молодец. Хоти дальше, но это вот... Нет. Тебе вообще надо от этого игрового контента как-то отлепляться. Придумай что-то новое. Снимай вживую. Попробуй делать неигровой контент. Предлагаешь мне стать лайв-блогером, да? Серьезно? Нет, ну, вот, немного не то, не так ты меня понял, но я имею в виду, вот ты нас сейчас кто? Какой-то вот жирный грустняво. Не, ну хотя... Если так подумать, из этого можно сделать что-нибудь. Какой будешь у нас таким... Такой грустный лофи-хип-хопер. С панамкой. Рыбацкой. Две татушки тебе еще под глаза сделаем, и вот у тебя на зубах чернилами напишем член. Лофи? Лофи? Ты мне предлагаешь, типа, сейчас рэп начать читать? Какой... Нет, нет. Людям сейчас нравится не только юмор, не только фарс, а такая грустнявая атмосфера. Снимешь несколько лайв-блогов атмосферных с таким шумом ВХСным, и все. Станешь популярен в новых кругах, начнут делать нарезки с твоим лицом с надписью «Мой муд бэ-бэй». Это где типа вздувают персонажам лицо и рофлят над всякими фразочками. И звуками, да? Это же не смешно. А вот и смешно. Тебе надо попробовать снимать еще какие-нибудь юмористические короткометражки синематографичные. Скетчи. Не смей в моем присутствии говорить это проклятое слово скетч. Скетчи. Скетчи. Мы с тобой будем творить синематограф. Вот, допустим, не точно. Отлично, теперь мы на зеленом экране. Зря мы его покупали, что ли, а то стоит тут около стенки. Скрывает от нас прекрасные настенные лучи. Я так понимаю, мы теперь на зеленом экране и будем снимать блокбастеры. Да что угодно можно снимать. Перед нами открыто столько возможностей. Вот, допустим... О, да, представь себе то, что у тебя в руке диктофон. И ты записываешь в него свои размышления. Сейчас. По вот этой бумаге читай. Стоп. Сейчас. Даяна, я в пути. Пару часов назад я отведал восхитительнейшего пирога в отеле «Еловая головка» и запил чудеснейшим кофе. Настроение на подъеме. Напомни мне заказать на Озоне две части Deadly Premonition на Switch, чтобы потом мне было во что поиграть вечерами. А я же, похоже, наконец-то подъезжаю к городку Тихосранск. Тихосранск? Это отсылка. Вообще весь этот... Отрывок актерско-юмористически сделан чисто для ценителей, чтобы ублажить их эстетические чувства. А так это в целом просто достаточно рандомная забавность. Мне кажется, такое никто смотреть не будет. Это тупняк. Ой, да ладно, а вот воду про то, как ты людям запрещаешь называть игры старыми, все будут хлестать, как Иванушка из лужи. Не надо так шутить. Иванушка стал козленочком, между прочим. Теперь нам надо сделать пару кадров для будущих мемасов. Встань лицом к камере и скажи: это очень и очень поггерс. Это очень и очень поггерс. Отлично. Мы, конечно, об этом очень сильно-сильно пожалеем, но, черт побери, это просто очень весело. Это очень и очень поггерс.
чел, нас же за это посадят. Это уже проблема будущих нас, а нынешние мы лишь гыкаем и веселимся. Так, теперь давай что-нибудь сделаем анимешное. Представь себе то, что ты японский персонаж. Вот, встань боком и представь себе то, что в стороне от тебя стоит неприятный тебе тип, очень неприятный. И ты говоришь ему какую-нибудь японскую тарабарщину. Я просто потом на фоне какие-нибудь субтитры вставлю. Ни дабады ту ябаду йо, какой на намадара. Айчао джигао джиджан джиджимбью. Дата ты баю. О, вкусно! Кукакаки нюхал пукал. Хе-хе-хе, это аху... Не матерись. С нас монетку снимут. И чё, мы за этот ролик уже целых 2 касика за... Ведёшь себя как ласкательная версия слова гомосексуалист. Пледик? Нет, блин, одеялка. Какой же ты душный кончалыга. Ладно, представь себе то, что ты в поле, танцуешь грустно от того, что ты заказал консоли одним из первых, новые, неважно, PlayStation или Xbox, а тут тебя, короче, обманули Эльдорадо с Nvidia, и в итоге твой заказ вообще на конец года или даже на следующий год перенесен. И деньги тебе, кстати, не вернули. А ведь пройдет пара лет, и даже это люди будут вспоминать с теплом. Насколько же сильно мы тогда опустимся?